Центр Москвы. Район Чистых прудов. Центр Москвы я люблю, мне нравится. Интересное сооружение. Старинные здания, которые соседствуют с современными. Это очень интересно. Малый Харитоновский переулок. Раньше кто-то здесь жил. Здесь и ремонтные работы ведутся. Смотрите, осторожно сосульки. Либо уже написали, либо еще с прошлой зимы. Красиво. Свет приятный. Ну вот так. А вот это тоже современное здание. Мясницкая, дом 39. Конечно, хорошо было бы провести экскурсию. Все это можно, все можно найти в интернете, а потом рассказать. Но, к сожалению, времени. Мои хорошие, совершенно нет. Сейчас ездила убивать путевку сыну в пионерский лагерь на лето. Но не знаю, получится или нет, потому что в августе ему уже 16 лет исполняется. И он уже не входит в категорию таких льгот. В том году не захотел ехать. А в этом остается только один месяц июль, потому что июнь у него экзамен. Вот так вот. Будем надеяться, что возьмется мой пацан за голову и сдаст все экзамены. Но пока я этого, к сожалению, не вижу. Мясницкая, дом 40. Какой интересный тоже двухэтажный дом. И смотрите. И вот такая скульптура. Это, наверное, тигрятки. Ой, тигрятки играют с ежиком. Так и называется. Играющие тигрята. Два мужских тигренка в центре Москвы обращают внимание горожан и гостей столицы на проблемы сохранения дикой природы России и одного из ее самых величественных обитателей – амурского тигра. Скульптурная композиция создана и установлена благодаря поддержке спонсоров, меценатов и партнеров центра «Амурский тигр». Значит, где-то здесь офис находится. Так, надеюсь, что мне хватит времени. С вами погулять по центру, заснять некоторые здания. Я здесь редко бываю. Смотрите, какой аккуратный ресторанчик. Грузинский ресторан Чичика. Или Чичико, наверное. Чичико. Аккуратный, уютный. Но это больше сейчас для девочек понравится. Императорский фарфор. Магазин императорского фарфора.
Вон там чашечка стоит. У меня такая была. К сожалению, разбилась. Сколько всего красиво. Столько заварных чайников красивых. Императорский фарфор. Я так понимаю, основан был в 1744 году в Санкт-Петербурге. Красиво. Екатерина всегда красивая. Москва уже готовится к Новому году. Оформление витрин. Чуть не споткнулась. Пойдемте дальше. Магазины всевозможные. Винная карта. Какая обширная. Не знаю, как будет со звуком. Идем по направлению к метро Чистые пруды. Там буду пересадку делать. Тоже красиво очень оформлено. Стейки, салаты. Здорово. Голодным нельзя долго смотреть. Девочки. Пробегаем. Москва приобрела свою серость. Ветер. Вообще, но здесь солнечных дней не так уж и много. В Питере говорят, еще влажность, ветра. Ну, не сказать, что у нас ветра частые. Но пока у нас европейская зима, снег выпадает, он шатает. Хотя, может, к этому и все идет. Так все на бегу. Пробежимся. Здесь МакДак. Москвичи его любят. Вроде как недорого сыт. А здесь, видите, не всех запускают. Нет, то есть запускают, но чтобы очереди не было, стоит обслуживающий персонал, остальные на улице. Thank you.
Никаких кодов не спрашивают. Я посмотрела, только измеряют температуру. И объявления тоже нет. Ой, а здесь телевидение что-то будет снимать. Ой, трамвайчик. Сейчас трамвайчик, что-то не так много, я так понимаю. У нас в районе такого транспорта нет. Ну что, надо ехать домой. Надо ехать домой. Станция метро Чистая.